один из самых сбалансированных продуктов и лидер по содержанию антиоксидантов – это овощ брокколи. Я Наталья Родионова. Здесь все о продуктах питания, продукции Siberian Wellness. Ставьте лайк, подписывайтесь, будет интересно. В брокколи в два раза больше витамина С, чем в апельсинах. И практически столько же кальция, как и в молоке. Этот овощ продлевает молодость наших клеток и служит одной из мер профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В 100 граммах брокколи содержится всего 30 килокалорий, поэтому он с успехом применяется при любых диетах, при борьбе с ожирением. Съедая по 200 грамм брокколи в день всего 3-4 раза в неделю, можно предотвратить развитие таких заболеваний, как артрит, подагра, кожные болезни, образование камней в почках. Его употребление улучшает состояние нашего желудка, наш кровоток, препятствует накоплению холестерина, помогает избавиться от лишней жидкости в организме, борется с анемией и атеросклерозом. Но у него имеются и противопоказания. Его нельзя употреблять людям с повышенной кислотностью желудка, с заболеванием поджелудочной железы, с аллергической реакцией на этот овощ, людям с непереносимостью клетчатки и гипотиреозом. Если информация была полезна, интересна, ставьте лайк, подписывайтесь.